Государственный совет Чувашии утвердил отчет об исполнении бюджета республики за 2015 год и внес изменения в различные законопроекты. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Доходы казны в 2015 году составили 37 миллиардов 122 миллиона рублей. Расходы – 40 миллиардов. Была проведена серьезная работа по реализации антикризисных мер и обеспечению поступлений доходов, оптимизации расходов и снижению дефицита республиканского бюджета. В результате удалось стабилизировать доходы и обеспечить исполнение принятых обязательств. Парламентарии Чувашии рассмотрели и проект закона о ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и трудового права. В нем определен порядок проведения плановых и внеплановых проверок, права и обязанности проверяющих, условия устранения нарушений трудового законодательства и ответственность руководителей. С отчетами о работе перед Госсоветом выступили председатель Госкомитета по имущественным и земельным отношениям и уполномоченный по правам ребенка в Чувашской республике. Детский омбудсмен Вячеслав Рафинов отметил, что в прошлом году от жителей Чувашии поступили 843 обращения. Большая их часть касалась образования и воспитания детей, нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.